МВД Бурятии уже второй год подряд свой личный состав поздравляет весьма неординарно. Для молодых сотрудников, которые еще в прошлом году учились в полицейской академии, устраивают бал. Сегодня оркестр не раз играл то строгий вальс, то легкий планес. Классические танцы разучивали около месяца. Сначала я думал стать банкиром. Ну а потом, когда я посмотрел на своего брата, я решил стать так же, как он, пойти по его стопам. Мне нравится носить форму, потому что мне, на мой взгляд, как бы каждый мужчина должен все равно раз в жизни хотя бы одеть форму, сходить в армию, чтобы стать настоящим мужчиной. Своих коллег поздравил министр внутренних дел. Он сказал, что считает профессию полицейского в нашей стране, пожалуй, самой тяжелой. Есть люди, которые с легкостью, может даже с некоторым пренебрежение они отзываются, но это люди, которые не имели одномоментного у себя в производстве по 40-50 уголовных дел. Это люди, которые не выходили каждый день, в любое время года, в ночь, для несения патрульной службы. Трудно вообще представить масштабы этой работы, ее многообразие, но вы ее делаете. Любое государство в мире, в первую очередь, оно заботится об экономике и, конечно, о безопасности своих граждан. И то, что вы делаете каждый день, конечно, это большая ответственность. И люди надеются на вас. Особо отличившиеся сотрудники получили почетные грамоты и медали. Кого-то порадовали очередной звездочкой на погонах. Не забыли и о тех, кто десятки лет защищал родину от преступности, ветеранах. Им сегодня тоже почет и уважение. Анна Зуева, Екатерина Капустина, Новости дня.